Нота вдохновения. 9 декабря на базе детской музыкальной школы города Буя состоялась творческая встреча под красивым названием «Нота вдохновения» обучающихся отделений духовых и ударных инструментов детской школы искусств номер 4 и детской музыкальной школы номер 3 города Костромы и, конечно же, Буйской музыкальной школы. Юные буйские музыканты уже много лет дружат с костромичами, проводят встречи и радуют их участников своим творчеством. 4 декабря в Костроме проходил первый областной фестиваль-конкурс исполнителей на большой флейте «Флейтиссимо». В нем приняли участие буевляне. На встрече нашим исполнителям были вручены награды. Диплом лауреата третьей степени получила Мария Барламова, диплом лауреата второй степени Екатерина Белихова и диплом лауреата первой степени Полина Пужаева. Благодарственными письмами за подготовку конкурсанток отмечены заведующая отделением духовых и ударных инструментов, заслуженный работник культуры Костромской области Ольга Михайловна Соболева и концертмейстер Светлана Павловна Медведева. На сцене концертного зала звучала музыка разных стилей и жанров. Солисты и различные по составу ансамбли сменяли друг друга. Широко была представлена флейта, чарующая всех своими волшебными звуками, а также прекрасно звучали саксофон, труба, тенор, ударные инструменты, ксилофон и малый барабан. Знаете, у нас сегодня вообще большое событие. Я считаю, что для нас это большой праздник. Мы очень давно дружим с детской музыкальной школой города Буя. И дружим мы отдельным отделением, отделением духовых и ударных инструментов, которых не так много вообще осталось у нас в Костромской области. И уже традиционными стали наши предновогодние встречи. Сегодня мы привезли наших учащихся, которые занимаются на духовых и ударных инструментах. Это флейтисты, валторнисты и ксилофонисты. Дети разные, нас порядка 20 человек детей, с нами приехали и взрослые, и педагоги, и родители. Вот. Начиная от 9-10 лет и заканчивая нашими выпускниками, которые в этом году собираются в музыкальный колледж поступать. То есть это уже юноши 16-летние, 17-летние. Как давно вот вы уже вместе с нашей школой, с которой раз приезжаете? Ну, я думаю, что не погрешу, если скажу, что мы, наверное, знакомы и дружны уже около 10 лет. Но вот ковид нам немножечко помешал, наших творческих встреч не было, и вот после этих 2 лет нашего, да, такого домашнего режима, можно так сказать, да, сегодня мы вновь в гостях, и мы этому очень рады. Цель приездов ваших? Почему вы дружите? Мы хотим обменяться творческими нашими контактами. Но это такое громкое слово. А вообще у нас будет большой концерт, который будет состоять из учащихся, которые будут исполнять разные произведения. Это и учащиеся нашей школы, 4-й школы города Костромы, и учащиеся детской музыкальной школы города Буя. Дети очень ждут таких мероприятий, потому что для детей это действительно событие. Они к этому готовятся. Да, стремятся выучить свою программу, достичь какого-то совершенства, каждый на своем уровне. Вот, и, конечно, представить на сцене самое лучшее свое исполнение. Наша дружба, я считаю, она дорогого стоит. И мы давно уже дружим, давно. И мы начинали-то, в принципе, дружить сначала как бы чисто флейтисты. То есть класс флейты «Зимовец» Людмилы Витальевны встречался, ну, с моим классом. Но как бы нам уже немножко тесновато стало, и мы уже расширяли рамки, значит, духовики к нам уже и другие присоединились, поэтому мы уже теперь отделениями дружим. И, ну, в общем-то, эта дружба дорогого стоит. Почему? Потому что мы смотрим, как наши дети развиваются. Дети слушают друг друга. То есть это такой потенциал творческий. Они рост свой ощущают. Мы смотрим, как детки развиваются. То есть это очень полезное мероприятие для всех. И для преподавателей, естественно, и для детей. А я думаю, что вот такой концерт, потому что я слышу, как Кострома сейчас разыгрывается. Они действительно привезли много интересных номеров. И я думаю, что это будет праздник для нашей школы. И для нас, для всех, конечно. Да, и многим, понимаете, это неожиданно, может быть, они кто-то в первый раз, потому что там у нас совсем маленькие дети, кто-то участвовал, уже были участниками таких встреч. Но вот единственное, что пандемия немножко тут тормознула нам, вот, и мы, но мы сейчас, мы ведь дружим не только, мы дружим и с барами, то есть мы туда творческие встречи направляем. И сложно организовать вот этот процесс сам, то есть вот, понимаете, проезд, выезд, автобусы, это все финансовые затраты, и как бы
Все это непросто. И сами знаете, что это очень сложно. А кто вам помогает в том, чтобы все-таки это осуществлялось? Ну, сейчас эта сторона была Костромы. То есть они приехали на огромном автобусе, привезли очень много участников. И я, в общем-то, я считаю, что это здорово, конечно. Яркие и запоминающиеся выступления публика встречала с восторгом. Творческая встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере и была очень полезна и учащимся, и преподавателям. Праздник духовой музыки состоялся и оставил неизгладимые впечатления у слушателей.